Встанем грудью за родные березы. Сквер между домами номер 8 по улице Чапаева и номер 112 по улице Кирова под угрозой уничтожения. Компания «Талан Владивосток» хочет снести зеленые насаждения, чтобы построить на их месте два высотных здания. 22 апреля в обеденное время представители застройщика пригнали буровые установки и строительную технику, но местные жители не позволили начать работы. Мы вышли сюда, потому что хотим, чтобы наши земли вокруг, вот этот парк, он приносил нам удовольствие, дети играли, птички пели и так далее. А нам представляет картинки, да, что здесь стоит два больших дома. Люди на протяжении многих лет облагораживали эту территорию, делали скворечники и кормушки для белок, высаживали деревья, даже такие редкие виды, как черная береза, благоустраивали дорожки и ухаживали за посадками. Жильцы отмечают, если здесь появятся новые дома, спокойствию конец. Дороги старые, да, узкие. Узкие, два потока. И возведут вот эти два дома. И в этот момент весь поток автомобилей, который здесь у нас будет. Мы можем просто вокруг посмотреть, парковочных нет. Одна стоянка, там, возле дома все забито. Еще два дома. Проблемой озабочены все, от мала до велика. Маленькие граждане тоже выходят на собрание, чтобы проявить свою активную позицию. Вот это вот весь зеленый лес. А его потом, знаешь, это вот эти вот все бетон застроить весь. Тут машины будут, а деревья перерабатывают углекислый газ, кислород. Эти деревья не будет, потом будет очень много выхлопных газов машин. Встреча с представителями компании закончилась положительно для жильцов. Технику убрали, а работы приостановили до полного расследования ситуации. Жильцы, в свою очередь, считают, что у компании нет необходимых разрешений на строительство. И до тех пор, пока они не появятся, ничего строить на участке нельзя. Мы требуем, то есть, от представителей власти, то есть от Следственного комитета, то есть от прокуратуры, провести тщательное, то есть, расследование, каким образом у этой организации в собственности оказался этот участок земли. Мы просим, то есть, разобраться власти и прекратить дальнейшие какие-либо здесь строительные действия на этой территории. Жильцы считают, что передача земли и какие-либо работы на участке незаконны. Они будут добиваться своего и, если придется, будут дежурить по ночам, чтобы сохранить сквер. Чтобы жить комфортно, у каждого должен быть свой зеленый кусочек, считают собственники. Для них этим кусочком стал сквер, и люди будут бороться за него до конца. Артур Муравьев, Екатерина Таланова, «Панорама».